несколько месяцев эти рабочие строили склад на улице Мошеллер в столице. Всего в нескольких метрах воздвигается молитвенный дом. Адвокат, представляющий интересы религиозной общины, утверждает, что склад построен незаконно. Между нашей землей и их есть полоса земли, которая принадлежит муниципалитету. Было выдано разрешение на строительство там котлована для подпорной стены, а они в грубой манере начали строить склад. В начале лета адвокат получил ответ от мэрии Кишинева, который гласит, что склад должен быть снесен из-за того, что был возведен незаконно. А агентство по техническому надзору объявило, что у подрядчика нет разрешения на работы по строительству склада. 15 мая был составлен протокол, предписывающий остановить строительные работы до тех пор, пока не получат разрешение на строительство здания, которое они сейчас строят незаконно. Между тем, директор склада обратился в суд. Мужчина обвиняет муниципальные власти в том, что те встали на сторону религиозной общины, а его права ущемляют. Он также утверждает, что не хочет ждать того дня, когда камни из соседнего здания обрушатся на него, поэтому намерен защитить себя, воздвигнув разделительную стену. Они сломали плиту, откуда текут воды. Вся грязь, камни, все попадает на мою территорию. Я вынужден защищаться, у меня есть разрешение на разделительную стену. Я подал в суд на мэрию, строительную инспекцию и на всех, кто не позволяет нам развиваться. Мы должны принять меры, чтобы камни не падали на людей. В управлении авторизации и порядка в строительстве не ответили на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать ситуацию.